Так. Что, машинчик? Ничего, они просто не пришли. Сказал, что не придет. Вчера был на тренировку и второй тренировку сам. Вчера? Да. Отсюда пошел в парк? Саша. Сказал, будет отдыхать и жить уже будет. А вес? Нормально. Жираф большой, я могу видеть. Это хоть получить, а другие еще капризничают. Никто не нравится, не дальше. Слава Богу, что у меня такая два пацана и девочка. Лева, Лева, я телефон взял. А какой сообщник шлесел? Амин. Алло, я нахуй. Алло, я нахуй. А какой алло? Алло, а какой? Чего вы сидите? Чего не боритесь? Музыку слушаю. Давайте боритесь вперед, что вы сели. Денис, что ты сидишь? Так я думаю, я спрашиваю, я дал. Ты же видишь, что она сейчас сзади. Все, пошли, боремся, боремся пока. Боремся, я спрашиваю. Вверх пошел, вверх. А ты что, сейчас броски не делал, да? Нет. Ни одного. Ни одного. Ну надо, что-то включилось. Так, ты же на очко выбираешь.
Так редко бывает. Пойдем, пойдем. Сейчас я тебе скажу сколько. Вы боритесь, боритесь. Так, готовы? Вы боритесь. Давай, давай, Денис, бросай. Вы можете делать бросками, но аккуратно. Так, ты готов? Да. Три броска. Готов? Бедро. Через бедро. Да, да. Готов? Джимен. Джимен. Поднимай. Ты просто поднимаешь. Вот берешь и бросаешь. Джимен. Раз. Два. Три. Стоп. Так. Значит, за одну минуту у тебя должно быть 30 бросков. Вопросы есть? Да. Нет? Он тебе делает тогда. Нет, все. Я засекаю минуту, и ты считаешь, что 30 бросков. Одну секундочку. Джимми! Пошел! Считаю. Серега. Два. Приготовился. 30 бросков.
Так, Чезар, вслух считаешь, чтобы я слышал. Готовы? Джек! Ногами держи его, ногами держи его, бери. Ногами за ногу. Все, стойки. Вот. Давай. Забегай, через сверху надо. Вперед.
Доброска. С Машей и Даником. Доброска. Еще раз. Эй, ты в стойке остаешься. Чтобы они живы и здоровы остались. То есть не рвать захват. Отдай им захват, второй номер, коп-коп-коп, пошел, раз и бросил. Джин. Так как Сергей Анатольевич говорит. Отдаем захват, мы передаем мягенько, раз, раз, потом зайти. Я не бросаю, а постараться бросить. Так, чтобы он сказал, ну, угрянь, ты красавчик. Видишь, не летит, хочу, потому что ноги прямые, голова вниз. Вот так сидит. Мне как залезть? Не знаю, никак. Я могу залезть, но вы сказали, без ходить. Нет, ломать мне не надо. Так, Денис, сиди здесь. Где ногами работает? Где работа ногами? Где зацепчик? Не по ногам бить, а зацепы. Раз. И стоп, стоп, уберечь. Хорошо, молодец. Но я хотел, чтобы ты стоящий остался. Вперед, следующий. А, Денис, дверь чуть-чуть прикрой. Следующий. Оп. Пацаны, бросите его, каждому по 100 лет дам. 65 часов, понятно. Все, пока. Ну не думай, Влад, это ты будешь отдавать мне деньги. Не получ... Стоп, стоп! Стоп! Глаз! Не получается выше! 55 часов. Там сзади... 56. Эй! 300. Эй! Там сзади, там есть банан. Возьми один банан. Спасибо. Он сытный, желудок полный. Да. Или так, потому что пить, жрать хочется. Вот, вот, Машка, бросить его, бросить. Я такси вызову, тебя довольно кассетку. Все. Сейчас, пацаны, он у вас и бросать уже не сможет. Сейчас, подождите. Так же, как и Дарья не сможет бросать. Сергей Анатольевич, можно душ? Да, можно. Мягче. Старайся поймать, вот что он сейчас хочет сделать, контратаку. Ногами можно работать. Юрий Александрович, это не вы звоните? О, Донал Виктор. Здравствуй, коллега, слушаю тебя. Итак, кидает Влад Бурдужа. Готов? Пожалуйста, 30 секунд, 30 бросков. Время! 30 секунд, 30 бросков. Ой, минута. Ой. Полевой сюда надо делать. Почему руку отпустил? Че же? Душающий болевой. Сколько? 21. Давай, 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 не успеваешь. Что вы смотрите, боритесь? Время. Отдыхаешь. Так, стоп. Вам другое задание. До свидания, Сергей. До свидания. Вам нужно вытолкнуть своего противника за ковер. 10 раз. Стоп, подожди. Готовы?
10 раз. Аджана, Мунгурян, приготовился. 1-0. Маша, 1-0. Кто проигрывает, дает команду. Даник, вытолкнуть ты ее на тебя. Так я не толкнул. Ты ее кто выталкиваешь, и она тебя выталкивает. Дарин, готов? Посчитай, пожалуйста, Влад. Вера! Раз. Амон 20 бросков. Вот так. Гейси придерживает. 1-0 Даник бьет. Да, 7, а как ты считалось, ты его обманула? 8. Ноги. Держать его, Георгий, держать. За голову пройди, вот. 12. Проходи. 12. Че, ты готов? 16. 2. Маш, уже 2 раза. 17. 19. 20. Еще 2 раза. Еще 5 раз. 1, 2, 3, 4. Хорошо, оставляйте чуть-чуть вот там. Стоп, тема Т. Влад, идешь туда. Вы меняетесь, Унгурян. А так, чуть-чуть, потому что вы еще будете бросать. Унгурян сюда. Так, Даник ушел. До броска и меняетесь. До броска. Что такое чердак? Влад пока шел, наступил тебе. Негодяй. Так, готовы? 5 минут. Аджон, видите, они уже через 5 минут опять броски будут. Даня, что там? Все нормально? Все, давай. Маша, пока он мертвый, надо его. Маша, попробуй. Маша, не стесняйся, не бросай. О, видишь, как плохо падаешь. Георгий, подвернули, все, летишь, сделай страховку и все. А ты где? Это потому что он это. Да, объясни. Это потому что я это, вот эта рука, вот это. Не играет роль. Он не держит так, он там держит. Не играет роль. Да, Георгий, с той стороны. Хаджимай, пошли, горим. 5 минут. Давай, Чезар, мочи его. Видишь, он уже мертвый. Сейчас я им еще дам броски. Скоро дойдет до того, что вы его сами еще и поднимать будете. Все, следующий. Не бросила, все, Даник, выходи. Кулачка.
Ну не знаю, здесь кто-то упал. Я дома посмотрю. Я хотел делать через пьяного деда, что она не видит. Ну и хорошо, молодец. Спасибо. Мне самое главное варить, бросать, так, ну чтобы они целые остались. Все, следующий. 3,5 минуты еще осталось, и вы опять броски делаете. Да. Я не вижу, чтобы ты работал. Молодец. Вот на душу ее! Дай, кто еще? Где два приема? Да. Показать один, сделать другой. Ну и задушить. Ага, хорошо. Ну и бросать тебе было, честно. Попробовать через грудь бросить. Локти, честно. Страховка где? Здоровье самое главное. Чем жестче на его характер, ниже становится, да? Но это нормально. И старайся, как бы, ему поменьше жесткости, тогда он выпрямится, легче ему будет бросить. Так, 30 секунд, и сейчас вы броски будете делать, и вы будете бороться. Походу за квадри. Левый сверху. Подними. Вот где подсечка? Зацеп. Вот подсечка, переходящая в зацеп. Когда он не будет бояться, он будет себя тренировать. Так что нормально. А ты? Так, Маша, выходишь далеко, ты ушел туда, приготовились, а вы боретесь. У вас 5 минут борьбы. Далее, вы боретесь. А вы готовитесь борской, борски делать. Все. А что мы? Где Бана? Бана, все. А чего не все? Потом все. Я думаю, ты же шкурки там оставил. Потом все. Сейчас надо ездить. Поднимемся, но ты не буду сходить. Готовы? Нет. А что ты? Нет, ты еще нет, ты отдыхаешь. Я скажу, когда готовится. Тебе я скажу, когда. Они борются, а ты отдыхай пока. Можешь через грудь сделать пару бросков. Или отдыхай. Они 2 минуты отборются, а потом тебя, а потом угрянь. Я это, наверное, зафиксирую. И этот, как подготовительное действие, щелкает пальчиками. Какая еще не понял.
открытая. О, Маша тоже тогда будет. Ну через него Георгий проиграл. Туда надо было кувыркаться. Задуши его. Так, приготовился мной. Готов? Джим, считаем 30 секунд, 30 минут. Так, Маша, Даня, сюда. Ваша задача вытолкать своего партнера за ковер. Не держать захват, вытолкать. Вперед. Маша. Есть 1-0, Дани. 2-0. Разозли уже. Давай. Стоп, сколько стоит? И держать. До свидания. Я с 3 до 5 буду здесь. 4. Молодец, Даня. Но! Тихо. Да. Стой, Гуляна. Иди считай, выходи отсюда. Вам стойку, Георгий. Стойку. Ты готов? Время 26 уже. Раз поставляем. 25 бросков. Стоп, стойку. Я сказал, стойки. 7 8 9. 5 тоже дальник собрал. 10. Ой, 5-1. 5-1. 5-2. 12. 14. 15. Давай. 16. 17. 18. Есть. 6-2. 19. 25. 21. 21. Давай, чуть-чуть осталось. 23. Ну, 3 секунды. 24. 25. Так, все, Мате, идешь сюда к ним. Угрян, идешь сюда. Посмотрите на него, видите, он мертвый? Созрать. На ковер дай. Даник, на ковер, что ты там увидел? Бабу и гу. Нас. Готов? Чедо. Ну где? Здесь кто-то, похоже, стрелял. Еще раз. Где? Бумага еще. Готовы? Джим! Доброска! Там дырка? Нет, там как кто-то плюнул. Шмаркнулся. С первого этажа. Попало на третий. Боремся. 5 минут. Интересно, там бутук еще не заснул? Давай, доброска, извиняюсь. О! Вот он, красавец! Не вытащил.
и вытащил, пошел на концерт и на него. Видишь? Следующий. Бери, молодец, что ты хочешь перед ним. Ничего не делаешь.